Всем привет, с вами я, Лена Смирнова, и сегодня расскажу, как сделать быстро и просто открытку на День Святого Валентина. Вот такую вот открытку мы с вами будем делать. Внутри у нас скрывается интересный сюрприз, но а какой сюрприз, вы узнаете в самом видео. Давайте начнем. Я беру заготовку из акварельной бумаги фирмы Палаццо, как я это показывала уже в прошлом видео. Размеры моей заготовки 10 см на 14,5 см. И теперь я обрабатываю край дыроколом. Дыроколом с сердечками вот такой. Края дыроколом я обработала. Самое главное, чтобы у нас сердечки совпали, то есть на той и другой стороне. Далее я беру вот такой вот картсток красного и коричневого цветов. И дыроколом сердечко вырезаю из каждого картстока по 4 сердца. И теперь вот в таком вот порядке их располагаю. Так, теперь я их приклеиваю. Далее я сюда вниз клею наклейку с любовью. Теперь мы переходим к наполнению нашей внутренней части. Мы берем вот такой вот вощеный красный шнур размером 25 сантиметров. Также мы берем точно такие же сердечки, по две штуки, коричневых и красных. На шнурке мы завязываем узел, но завязываем его не до конца. Примерно, чтобы он располагался посередине. То есть вот так вот мы кладем. И с двух сторон мы вот таким образом склеим сердца. То есть мы мажем клеем на сердечки только верхнюю и нижнюю часть. И приклеиваем. Сердечки я приклеила. И теперь продеваю их в средние маленькие сердечки, вот сюда, чтобы посередине было. Если я просто завяжу здесь узел, то он будет вытаскиваться при открытии. Поэтому я одеваю бусинку и завязываю тут маленький узелочек. То же самое делаю с другой стороны. Все, наша открытка готова. Итак, вот такая вот открытка у нас получилась. Здесь в конце вот эти шнурочки можно еще завязать в узелок. Теперь посмотрим, что в итоге у нас получается. Мы открываем открытку, и здесь у нас завязывается узелок. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!